Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы решили устроить большой турнир по гольфу и позвали сразу 6 человек. Сыграли на необычной карте и получилось реально очень весело. Так что, друзья, перед просмотром этого ролика вам и желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал. А также на телегу и на второй лайв-канал. Все ссылочки в описании. Ну что ж, вам приятного просмотра и приятного аппетита, ну а мы начинаем, погнали! Ну что ж, дамы и господа, добро пожаловать на самый большой турнир по гольфу. Сегодня у нас 6 человек. И карта, на которой мы сегодня сыграем, стоила 700 рублей. Плаки. Вы что, офигели? Подожди. Мастер-класс. Подожди, я тоже самое. Но если я сейчас так же не сделаю, я опозорюсь просто максимально на всю страну реально. Да просто дури делай. Ну, Олег, не в кондициях, подождите. Но не в кондициях, реально, погоди, стой. Не в кондициях, просто и все. Итак, я вам правду говорю, эта карта стоила 700 рублей. Так что, друзья, если вы не поставите лайк, я буду реально в тильте, я буду прям реально плакать, так что, пожалуйста, сделайте это. У нас сегодня реально самый большой турнир. 6 человек, 18 лунок и новая карта. Как ты это сделал? Так, подожди, не, он реально с щитами играет, пацаны. Твою душу! Он играет с щитами, пацаны. Поэтому в честь этого... анекдот. Так. Да, так нормально. Ничего крепче маминого молока. Я до сих пор не помню первые годы жизни. Просто дикое пойло. Я постоянно что-то орал и стался под себя. Ну да. Ну, Макс, ты помнишь, да что я просил нормальные анекдоты рассказывать? Но не такие вот анекдоты, а? Это смешной анекдот. Ну ты слышишь, что хоть кто-то посмеялся просто? Тут, например, тут наоборот рука-лицо. Я посмеялся, я крутой. Мы это на монтаже ставили, Паша смеялся просто. Твою душу! Ну, один удар мог быть. Реально мог быть один удар. И вот так вот заезжаем. Ну ладно, два удара это нормально. Два удара это нормально. Нормально. У всех два удара. А, у меня три удара. А у Паши тоже три удара будет, да? Ой, удар. Так, ну смотрите, то, что нужно держать в голове, это то, что поначалу будет, скорее всего, очень просто и все очень легко. Но дальше, чем дальше мы будем заходить, тем сложнее будет. Ох, чем дальше в лес, кибидидоп, есть. Так, ну допустим. 60 лунок, 1000. Ой-ой-ой, а вот туда, вот. Ах! О! Это же ведь хорошо? Так, подожди, а дальше... А, тут за один удар, кстати, можно было. За один удар, мне кажется, это нереально. Не-не-не, подожди, мы сделаем вот... О, господи. Вот. Надо было ударить, там эти горки есть. О, хорошо. Так, а дальше? О, так вообще легкотня, пацаны, тут проще простого. А все, я прям перед тобой стою, ничего. И что, ты думаешь, мне помешаешь, что ли? Алло, а я вот так вот просто делаю. Ой, идеально, прям залетело как надо в луночку. Так, три удара у меня, три удара. А, больше ни у кого трех ударов-то и нету, смотри. Четыре удара у Максима, пять ударов у Чупикса и четыре удара у Артема тоже было, да? Чупикс. Да. Чупикс. Ну куда? Паша, хорош. Хорош, Паша, молодец, хороший удар. Андрей, хороший удар. Я голубь. Я голубь. Я голубь, говорит. Паш, напомни, что тебе, ну, уже сколько лет, какой-то голубь вообще, скажи, пожалуйста. Какой-то голубь вообще, а. Ты 52 года вообще уже. Молодец, 5 ударов, хорош. Так, четвертую лунку преодолели все. Пока что по общему засчету. Первое место у Максима. Да давай, давай, только чтобы реально нормально был. Через пару дней после вечеринки веселая компания поняла, что у Анжелы был заразительный не только смех. Ну, Олег, не понял. Я понял, я все понял, вообще, я все прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо проехал, хорошо сейчас было. Так. Здесь надо. Ну что это за сосочки такие? Что это за сосочки просто как у коровы вылезают из-под земли, что за фигня? Не надо, это кроты, ты что говоришь такое? Надо сексуализировать еще, Олег, пожалуйста. Кроты, хомяки. А ведь можно было. А ведь можно было реально ударить. Смотри. Ну а с проблемой с попаданием. Все, закатилось. Три удара. Нормально. Так, у Максима 4 удара, 5 ударов, это хорошо. Артем с 2 ударов прошел. Да, доброе утро. Пацаны, когда качались в этой доброе игре? Доброе утро. Так, а здесь. А, смотрите, в чем прикол. Ух, ебаный. Да, там в этом и проблема. Видите, там справа и слева нету стенок. Поэтому здесь надо как-то. Да как-то вот так вот. Ударить слегка. Давай. Ой, ну нормально, нет. Нет, здесь на самом деле лучше. Норм. Ты что, ты как? Ты, Андрей, нормально? Я подскочил. Не знаю, вообще на лайке. А, дед, стой. Так, попробуем вот так, нормально. У Андрея 2 удара, держи в курсе, пацаны. Не, Андрей прям жестко сейчас сделал. Да, у меня 3 удара. У Макса 3 удара. У Артема 5 ударов. О, как идеально.
проскочил, ты смотри. Ну и у Чупикса будет тоже 4 удара получается. Чупикс, да? Залетай. Ну, залетай. Хорошо. Залетаю. Так, по общему зачету. О, первое место. У кого, пацаны? Кто тут папочка, а? Хорошо, пока идет. Хорошо, пока идет. Отлично. Ох, блин. Ой, так, там... А там вода вообще слева. Там вообще непонятно что. Короче, я просто на шар ударю и все. Оп-оп-оп-оп. Понял. И как дальше? И как дальше? И как дальше? Лететь. Подожди, а он может прыгать, типа, или нет? Подожди, а как вот мне на сушу, как? Можно на сушу как-нибудь? Вам надо назад откатиться. Нет. Назад откатитесь. Не дай бог. Со скоростью. Подожди, а вот течением, нас течением сносят. Не-не, все нормально, пацаны, смотри. Два удара надо сделать. Я еблан. О, господи, а. Я это видел. Нормально, что он вообще катером становится? Куда, 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 да, куда, куда? Нет. А меня уточка. Вы что, вообще, ну, гений? Я платный скин купил, да. Нормально, все, у меня катер удара. Стоит 2000 рублей. 4 удара, и Андрей 5 ударов. Ну, нормально. Но это уже, смотрите, это только 7-я лунка. Мы половину еще и не прошли, но уже становится чуть сложнее. И я это а прям... кто на первом месте, тот лох. Чего? Подожди. Вот да это надо... я не знаю, как мы будем проходить. Надо в центр попасть. Надо попасть в центр и как-то, наверное... Ну все, я меня кружить еще не было. Удара, пацаны! Что поделать-то? Это математический расчет. Понимаете, я выстроил траекторию в голове, это геометрия, пацаны, понял, понимаете, ладно, за второй класс. Все было просчитано. Сложно, да. Все было, но на самом деле да. Это как ладно, говорится... Олег, поскольку ты с одного удара... С одного удара забил, Олег, я зачитываю анекдот. Давай. Мама, я не буду с ней встречаться. Почему? Она ест стекло. Чего ты это взял? Когда мы зашли в подъезд, она сказала, выкрути лампочку, я возьму в рот. Ну... Итак, рубрика «Не смешных анекдотов» продолжается, ребята. Ты просто не взрослый, ты не шаришь. Тут надо попасть, наоборот, надо попасть. Надо рассчитать, надо рассчитать. Надо попасть, надо попасть. Я вообще похуй. О, проскочил. Выйди. Да, вообще халява. Выйди. Найс! Да как я с первого не залетел? Так, с первого удара прошел я, Максим, Артем, Паша. А я один лох. И Андрей тоже с одного. Я один удар. Такое случается. Такое... А нормально, что мы почти все лунки с первого удара проходим? Это типа что? Это типа скилл? Оп. А середину надо? А, пацаны, там, ну, там понятно, там, да. Там, знаете, в чем прикол заключается? Смотрите, если по центру бьете, там надо рассчитать так, чтобы попасть... Нормально я на яхте прыгаю? Иди. Да? Не хватило немного. Так, а подожди, а как скинуть ход? Как вернуться обратно? Есть какая-то кнопка или нет? Я вот не помню. Если дури, подожди. Просто, на! Вот я в корзине. Вот, во, стой я... здесь. А чё за прикол? Погоди. А на ходу сама я от воды должен надо... оттолкнуться. Тебе надо прямо от корзинки, там корзинки... Ой, нет, нет! Ну это было очень... Ну у меня уже 7 смотри, ударов! Ну вот нет! Вот эта корзинка, вот эта вот сетка, она пружинит, типа, да, там надо прыгнуть от нее. А ну-ка, сейчас попробуем. Попробуем, господи, попробуем. Господи, я долбанёк. Попробуем вот так сделать? Вот да это бред! Она не пружинит, нифига, она не отпружинит. На ЛКМ отпрыгнуть, на ЛКМ. Я так и делаю. Подожди, а, попробуем. Ну давай еще раз. Смотри, нужно, чтобы она ниже была. Так, я нажимал ЛКМ, я нажимал. Нет. Артём, да от воды уже легче. У вас будет 20 секунд, если что. У меня будет очень много ударов. Артём, анекдот про Артёма, пацаны, анекдот про Артёма. Да почему он не прыгает? Ладно, почему? Олег, Олег, анекдот про Артёма. Олег, тебе налево надо, на самом деле. А, спасибо, да, действительно. Когда остается... Вот налево, иди проход налево. Да уже нету времени. А ты все, Олег! Давай. О! Чего? Да, чего? Да почему? Что за фигня? Почему я надо посмотреть? Анекдот про Артема. Давай. Фу, почему этот самогон так говном воняет? Да норм, все, пей давай. Артем всегда любил настаивать на своем. А здесь как пройти это? Не, я в тельте после предыдущей лунки, реально. Я не понимаю, как там могу, как я... А плать. А, ой, я тупой. Ой. Да, круто. Ой, да. Ой, ебучий случай. Так, ладно. Ждем. Вот сейчас можно ударить. Поехали. Хорошо. Нет. Только не назад, только не назад. Назад, нормально. Так, нормально. Блин, ну я просто потерял свою позицию. Пацаны, там в другую сторону. Поторопился немножечко. По башке дали молотком. Так, ладно, сюда, а. Так, и здесь надо просто проскочить, да? Ты чё, Артём, ёбнутый, что? Оп! Да как? С
смысле? Я вот так хотел изначально. А я так первый раз залетел. 8 ударов. 8 ударов. Да я ебал эту лунку. 8 ударов. Понимаете, что у Максима первое место, у Артема второе место, у них одинаковое количество очков. У Паши 30... А, нет, погоди. У Макса первое, у Андрея второе, у них одинаковое количество очков. Между нами разница 7 очков. Обоих. А вот это жесть. Так, и как это проходить? Че там, кто там уже хотел обойти систему? Кто там в другую сторону полетел? Я пытался, но это нет. Не так, а здесь? А здесь непонятно, парни. Ну я полагаю, что здесь надо, наверное, все понятно. Вот как-то так ударить, это наверное, да? А дальше там уже как пойдет. Это уже реально какой-то Fall Guys начинается. Это здесь. Fall Guys, да. Да, да. Тихо. Хорошо, хорошо. Ну нет. Ну можно было за 3 удара пройти, ну можно было, ведь. Эх. Ладно, 4 удара. Надеюсь, у вас будет больше ударов, потому что мне надо как-то с вами сокращать дистанцию, а то слишком большая она уже получается какая-то. Не? Да. 3 удара. Ну конечно, у него будет 3 удара. Конечно, у него будет 3 удара. И вот у Чубикса, конечно, будет 5 ударов, конечно. И у Максима тоже 5 ударов. Молодцы, пацаны, красавчики. Поэтому в честь этого черный юмор. Чем отличается портсигар от сироты? Портсигар без папирос, а сирота без папирос и без мамирос. Когда-нибудь рубрика неудачных шуток однозначно закончится, друзья. Никогда. Так, здесь сюда аккуратненько едем. Ну скажи порвало, Олег. О, вы видите печеньку? Это из Шрека. Чупиксы почему-то порвало. А здесь куда? Слабо между ног пролететь у печеньюги вот этой. Ну он. Нет, это надо слишком как-то. Оп, здорово. Куда жопу кактуса залетаю. А, здесь вообще легкотня, смотри, как здесь надо. Да фак, я хочу по китайски пройти. Давай. Нет, в центр. А, ну ладно, я все равно и так бы не захотел. Так, и все, 4 удара. Надеюсь, у вас будет меньше, потому что надо сокращать дистанцию. Так, а по очкам получается что? У Андрея 36, у Макса 38, у Артема 40, 44 очка. Печальная история, печальная. 6, у Чупикса будет 5 ударов. Ну, Олег просто 2 лунки сдаст. Не надо, нет, мы играем, ну мы по-честному играем. Ну, Артем, а в чем проблема, скажи, тебе пожалуйста. Тебе там так важно это. Не, а в чем проблема, что не получается? Нормально, смотри, прям идеально залетел. Максим, а у вас в чем проблема, скажите, пожалуйста. Я сейчас тебе какой-нибудь жесткий анекдот расскажу. Я просто смотрю на этого голубя, в чем проблема, скажи, пожалуйста. Я просто он ищет анекдоты. Я просто реально не понимаю. Вот, закатись просто в лункой, мы пойдем дальше. На секундочку, это уже 13-я лунка из 18. У нас осталось не так уж и много лунов. Как-то мы с вами реально их очень быстро проходим, на удивление. Обычно мы очень долго проходим. Так, 42 удара у Андрея, 45 ударов у Максима, 45 ударов у Паши, 48 ударов у меня, 49 у Артема и 51 у Чубикса. У тебя там лестница поднимается. Так, а здесь как? Здесь надо... Ага, что, самые умные, да, типа, или что? А вы проскочили? Так как я не закатился? Я мог вообще в лунку сразу. Я в лестницу ударился. Нет! Там с одного удара можно было пройти. Так, здесь... Хорошо, да хорошо! Отлично! Сука, тварина, ёбан. Ну, у вас тоже подвал. Артём, 4 удара, серьезно? Как это так понимать? Ты дурак? А, я уебал. Ты что делаешь? Блять, я хотел. Жопа сгорела. Ты типа хотел... Нет. А подожди, я что-то не понимаю. Вы что делаете, пацаны? Скажите, что, пожалуйста. Что? Какие 5 ударов? Заехал. Какие 5 ударов? Вы что? Я думал, ошибаюсь. Андрей, ты хотел, что? Ты хотел на первое место? А, ну да, конечно. Именно по этой причине, да. Да. Я сразу сказал, этого делать не надо. Зачем это надо было делать? Я говорил. Да, это важно. Да. Конечно. А то, что просто не получается самому пройти, то есть это не отмазка, да? Да. Мы все можем. 47 ударов. Ух. Подожди, лунка слева где-то? А я не знаю, мне кажется, по правой стороне надо ехать. Вот. Нет, я ударился. А почему я лох такой, я не понимаю. Ладно, сейчас пройдем. Ничего нового, Олег. Поехали. Хорошо. Ударься. Нет! Не туда, куда надо было. Подожди, меня откинет? Ебать дальше. Так, о, ударяемся. Нет. В Фолгайзе. Да почему я такой неудачник? Да что ж до тоннеля? Все, едем вот так, нормально. Ненормально, но почему меня откинуло сюда? О, как я все объехал там, еба! Так, подожди, мы вот так вот проедем чуть-чуть. Ну, у меня уже 5 ударов. Блядина. Так, здесь, по сути, можно вот так вот проехать, наверное, да? Питание, если что. Нет. А, это в другую сторону, да, ускорение. Пацаны, все, я зафейлил, все. Да, Олег, да просто сдайся на лунке и все. Да. Ох, нифига себе там. Так, окей. А вы все прошли, да? Да. Не, мы это того. Хорошо, смотри, я показываю, как это надо делать, пацаны, смотри. А там и... А первую просто, ну. Да никто, Олег, не делать. Никто, кроме тебя. Да, мы тут все идеально пошли. Идеально выглядели на траектории. Понятно, ой,
Давай. Нифига Олег, красиво замок. Ты забиваешь, я рассказываю анекдот с черным юмором, давай. Все, спасибо, спасибо. Мотива 11 ударов! Какие, блин, 11 ударов? Нормально ли кофе? Ну, если бы не вот эти две лунки, все было бы так хорошо. И че, и куда здесь? Просто, Олег, надо сдаваться вовремя, и все. Вы первые. А куда здесь? Ладно, я пойду налево. Ага. И чё, и куда? И чё там? Ой, пацаны, налево лучше не идите. Я налево. А куда идти, реально, я не понимаю. Тут нет, тут как будто есть какая-то разница, не? Ох, пацаны, направо не идите. Ох, блядь. Пацаны, направо не идите, пацаны, вообще да, ни в коем случае. Да, надо куда мячик идёт, где мячик написано, сука. Блядь, да, сука. Да, да, я же говорил, направо не надо идти. Да. Ну чё у вас там, как оно? Я прошел. А там реально справа, вон, смотри, ловушка есть какая-то. 5-3 удара. Тут реально, оказывается, были ловушки какие-то. Тут, оказывается, можно было на что-то напороться. Андрей, Максим, а, подожди, Андрей с Максом, все наблюдают только за вами, давайте быстрее. А куда идти-то? На... куда хочешь? Отсказывать не будем. Куда хочешь, туда иди. Ну, думай быстрее, ну. Да блин. Ну, я жду. Чего ты ждешь? Подсказку, куда ехать надо? Никто не скажет влево. Подсказку. Влево, влево. Влево, влево, Андрей, влево, влево. Нет, Олег, не бьет, сейчас не бьет, сейчас не бьет, я начинаю черный юмор рассказывать. Да влево едь, Андрей! Влево, ой, надо было мы дали влево. Тебе подсказку, мы реально сказали влево надо было. Так мы реально влево тебе сказали, вон слева лунка, ты тупой! Мы тебе реально... Ты идиот сука, вообще или что? Слева лунка была, слева, ну ты же... Боже, ладно, забей, все. Нет. Поехали, 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 поехали. Ой-ой-ой-ой. Сука! Нет, а почему? А подожди, а в чем? О, а подожди, а в чем прикол? Подожди, я вот этого не понял. Концентроллинг. Так, ладно, выгони. Хорошо, значит, не на полную силу надо, да? Либо чуть левее сделай, а вот так вот. Тихо. Да я. Да нет, подожди. Надо ударить, получается, не под прямым углом, а чтобы она чуть левее полетела. Да. Чего, тюбик останавливать начал. Так, погоди, мы рассчитываем. А это ваш огонь. Мы рассчитываем примерно. Вот так. Вот так. А этот развиваться начал. Вот, хорошо. Хорошо. Так, а здесь? Ух ты ж. Подожди, а здесь? Меня. Где ты? А, я вижу, да, Максим, вижу. Ну, удар мне это. Была не была, просто поехали вот. Ой, отлично! Ой, отлично! Ай-яй-яй, немного не хватило! Так, а здесь какой-то жесткий тайминг нужен, а? Хорошо, допустим, мы поедем. Как я не докатился. Вот сейчас. Давай, давай, давай. Хорошо! Хорошо! Не, кстати, очень крутая лунка была, не знаю, мне прям очень понравилось. Очень много нычи. Так, и 5 ударов, найс! У меня уже ничего не спасет, я уже никак не догоню. У Андрея первое место, у Паши 59, второе место, у Макса 59, третье место. Че, Андрей? Я забить не могу здесь, у меня не первое сейчас будет. Ну, сейчас будет первое, смотри. Вот, нормально. Перелетел. Все, и здесь по прямику просто даешь газу. Здесь газику просто даешь, и все, да нет, почему? Все, вот почему? Нам ровно посередине надо. Окей, Олег сказал, Олег сказал про газик, значит, у тебя моральные шутки. Умер не охранник надо! Морга. Нет, умер нет, не морга. Надо, не надо, да не надо. Ничего такого, Олег. Точно? Ничего такого, реально. Точно. Да. Обещаю. Сука, мне первое место отдала. Слово даешь, умер да? Умер охранник морга, но на следующий день его все равно привезли на работу. Да, вам Понял, спасибо. Так, и у нас полностью меняется ситуация. 67, 67, 69, 70. Ну что ж, дамы и господа, последняя, 18-я лунка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, разгон. Фейерверком. О, первый, пожалуйста. Мне кажется, все с первой. Не. Нет! А я с первой. Как ты с первого закатился? Не знаю, просто. Ну здорово. Случайно ударил. И здорово. И за эту карту я 700 рублей заплатил за 20 минут. Да, пожалуйста, докатись. За 20 минут. Нормально вообще. За последнее место. Мам. Это было неплохо. Спасибо, спасибо, как говорится. Спасибо! Не, ну ладно, нет, карта на самом деле. Да, карта на самом деле реально очень красивая. Мне она реально очень понравилась. Так или иначе, ребята, вот такой турнир у нас произошел, по итогу которого побеждает сегодня Паша! А Максим на втором месте. Ну, я вижу, что я знаю, что у вас одинаковое количество очков, но в таблице первый Паша. Поэтому побеждает. Ну, как таблица разместил, так у нас и получается. Но разрыв по очкам, конечно, очень веселый. У Паши 69, у Макса 69, у Тюбикса 71. И у всех, ну там разрыв по одному очку. Ну что ж, друзья, вот такая серия у нас сегодня получилась. Разрыв. Надеюсь, вам она понравилась. Поставили лайк и подписались на канал. Огромное спасибо за все. Всем до скорой встречи. Всем пока. Пока.